Итак, после покупки гарнитуры столкнулся с очень доставучей проблемой, которая заключается в том, что приходится каждый раз для смены основного устройства вывода звука лезть очень глубоко в систему, то есть лезть в панель управления, оборудование и звук, выбирать устройство и, ну вы поняли. Это в крайней степени неудобно, и с этим нужно было что-то делать, поэтому сегодня я хочу рассказать вам о практически гениальном решении, которое я нашел. Для этого нам понадобится утилита под названием DevSound, скачиваемая с сайта, ссылка на который есть в описании, там будет архивчик, в нем будут две версии программы, нам нужна одна в соответствии с битностью нашей Windows. Далее запускаем нашу программку и видим появившийся в трее значок динамика, щелкаем на него правой кнопкой мыши и там будет список наших аудиовыводящих устройств. Среди них у меня по какой-то причине был монитор, видимо система думает, что он тоже способен выдавать звук, но на самом деле это не так. Итак, далее вот это то, что у нас получится по окончании всех этих манипуляций. Два значка, щелкая на которые, точнее ярлычка, щелкая на которые, можно выбирать, точнее менять основное устройство вывода звука. Итак, начнем. Для начала нам нужно будет создать текстовый документ. Обратите внимание, что создавать его нужно в той же папке, куда мы поместили наш DevSound. В этот текстовый документ прописываем devsound.exe и ставим пробел с цифрой. Цифра – это номер устройства, которое мы хотим, чтобы активировал этот ярлычок в дальнейшем. И обратите внимание, что нумеруются эти устройства с нуля. То есть единичка, вот здесь, которую я поставил, означает, что будет активироваться не вот этот монитор 23.7 и KPH1, а динамики. Далее всю эту историю нам нужно будет сохранить. Для этого идем в файл, сохранить как. И здесь из выпадающего меню тип файла меняем текстовые документы на все файлы. Далее переименовываем наш файл и приписываем к окончанию .bat, это важно. Далее сохраняем и проделываем те же самые действия, только меняем лишь цифру. Опять же, напомню, нумерация с нуля. Создаем второй файл и получаем две программки. Итак, мы получаем две программки, но обратите внимание, что они без иконочки, то есть там иконочка командной строки. Для того, чтобы поставить туда кастомную иконочку, нужно создать, во-первых, ярлыки к этим файлам, надеюсь, все знают, как это делается, если что, правая кнопка «Создать ярлык». Далее, после того, как мы создали два ярлыка к этим файлам, нужно зайти в их свойства ярлыков и нажать кнопку «Сменить значок». Далее там выпадет меню, нажать «Ок». Обзор, и в этом в диалоговом окне нужно выбрать заранее приготовленную иконочку. Иконочку саму можно взять из Гугла, к примеру. У меня в данном случае запрос headphone.ico. ico в данном случае это расширение этого файла, так как вот эта вот вся структура Windows поддерживает, структура иконок поддерживает только ico файлы, но также ico файл можно получить, преобразовав на каком-нибудь сайте из PNG или JPEG в ICO. Далее нажимаем «Открыть», как мы выбрали этот файл, несколько раз «Ок», и как мы видим, получается очень красивенький файл. Далее проделаем те же манипуляции с второй программой, точнее вторым ярлычком, и в итоге у нас должны получиться два замечательных, упрощающих жизнь ярлычка.